Посмотрите, как еще темно. Время 5:30 утра. Мы идем занимать зонтики. Уже говорю, не лежаки, потому что лежаков в достаточном количестве, а больших зонтиков мало. Вот сейчас посмотрим, первые мы или не первые. Кто тут мяукает уже? Ой, ты кушать хочет уже, да? Ты моя хорошая. Нашли свободный зонтик, под которым мы очень много дней уже под этим зонтиком загорали. И нас встретила кисонька. Да. Ты моя... А где котятки твои? Интересно, что это такое? Так, ну слава богу, лежачки нашли. Теплый-теплый воздух. Уже много занято лежаков, мы не первые. Это у кисы утренний туалет. Это смотрите, на пляж пришла в туалет. Ей не нужен наполнитель для туалета. Да, все свои дела сделала с утра. Да. Лизонька считает дни, часы, минуты, когда увидится, встретится уже со своими родителями. А вчера уже заявила, что и жалко ей уезжать отсюда, и что неплохо бы, если бы у них здесь была квартира. Ну, это правильно.